Главный товар дня сегодня для вас особенный. Это белье желаний нежности. Сейчас, именно сегодня, 28 июля, мы отмечаем одно из самых значительных событий в российской истории. Это крещение Руси. Наша сильная, могущественная страна отмечает праздник. И так важно сейчас в каждом доме создать уют, залог душевного спокойствия, мира в семье, который так необходим каждому из нас. Проявляйте нежность к себе и своим близким, даря приятные ощущения и самые сладкие сны вместе с комплектом постельного белья. Рассказывает о нем эксперт телеканала Шопеншоу, который все знает о тканях, о пошиве, о дизайнах и об интерьерах, и Светлана Гуляева, которая уже готова стремиться в бой. Света, привет! Здравствуйте, приглашаю вас в наш эфир, потому что здесь действительно у нас с вами присутствует прямо с недели моды дизайна именно тот комплект постельного белья, который имеет эксклюзивный, красивейший дизайн, и он не будет повторяться. И помимо всего прочего, этот дизайн еще отлично держится, потому что у нас с вами в составе полисатин. Сатиновое плетение, одно из самых прочных, одно из самых респектабельно выглядящих, дорогих, с изящным, нежным и красивым естественным блеском. То, что имеет и гладкую, и нежную бархатистую поверхность, порадует вас своими нежными прикосновениями во время сна, благодаря обладанию дышащими свойствами, гигроскопичностью, способностью отводить влагу от нашего тела, мы, естественно, будем с вами очень комфортно спать и высыпаться. Но если уж мы говорим с вами о комплекте по выработке сатин, то это в первую очередь будет максимальная практичность и долговечность. Это значит, спустя несколько лет, снова застилая свою прекрасную кровать, вы просто получаете эстетическое удовольствие, потому что выглядит он с иголочки. Ну и, конечно же, сам по себе дизайн абсолютно эксклюзивный. Это не просто украшение, это действительно обновление нашего с вами интерьера, это тренды, это недели моды с Миланы, прямо к нам сегодня спустились. И только в этом часе, конечно, мы с вами получаем лучшие премиум-качества комплекта. Да, и смотри, Свет, у нас не просто миланский, да, сегодня подиум интерьера. У нас сегодня 7 дизайнов на выбор наших телезрителей. Давайте познакомимся с оттенками. Белый цвет, его очень мало. Я сразу предупреждаю, закончится в этом эфире. Бирюзовый оттенок, который вы уже видели на нашей постели, смотрится невероятно дорого. Голубой цвет, цвет чистоты, цвет русского поля. Очень красивый мельфлёр. Но если вам хочется таких более горячих оттенков, коричневый цвет сафари. Здесь красивые у нас оттенки коричнево-оранжевый. Более приглушенный, но при этом очень такой, знаете, акцентный. Бежевый цвет мне очень нравится, с эффектом пэтчворк, именно по старинной Руси, да, пошитый у нас сиреневый оттенок, а также нежный. Успейте дозвониться, потому что главный товар дня — постельное белье желаний нежности — мы представляем только в одном единственном часе. Эта коллекция абсолютный рекордсмен нашего телеканала. Его выбирали для себя более 15 тысяч телезрителей. Сегодня, по вашим просьбам, мы вновь представляем полную коллекцию, 7 цветах в эксклюзивных дизайнах. Это единственный час. Внимание, цена 1299 рублей за полутора спальный размер, двуспальный размер 1799 рублей и евро размер 1999 рублей. Цена действует только сегодня и только один час. Уже из Уфы у нас пришел отзыв от Светланы Викторовны. Классное постельное белье. После стирки высыхает мгновенно, приятно спать. Идеальный комплект. Да, вы получаете полноценный комплект. Это цельнокрытая простыня, это наш двусторонний пододеяльник. Это две наволочки 70 на 70, поэтому успейте дозвониться прямо сейчас, делайте первые заказы, оплачивайте карты и получайте дополнительную скидку 5%. Выбирайте лучшее для себя. Знаешь, правда, когда перестилаешь постельное белье в спальне, вот ощущение, что настроение меняется. Особенно, знаешь, когда хочется вечернего, выбираешь какое-то пикантное белье. Хочется романтичности, выбираешь какие-то нежные оттенки. Хочешь праздника, выбираешь что-то яркое, да? То есть в душе нашей всегда чего-то хочется. Естественно, обновление. Это обновление привносит нам с вами комплект постельного белья, который сошел именно благодаря эксклюзивному дизайну прямо с недели миланской моды дизайна и интерьера. Да, это действительно приятно, потому что это роскошно, потому что это дорого выглядишь. И именно этот комплект, да, маски, узоры, посмотрите, пожалуйста, немножечко даже в барочном стиле. Такой красивейший венецианский колорит будет присутствовать в вашей спальне. Естественно, это всегда изящно, это всегда респектабельно выглядит. Это то, что
никогда не надоест. Мне особенно это нравится. Это то, что преобразует наше с вами настроение и позволяет изменить интерьер без любого ремонта. Слушай, ну вот мы, конечно, меняем интерьер, уже дозваниваются, заказывают по два дизайна, успеете дозвониться и вы. Но самое-то, что интересное, что когда мы налюбовались на красоту спальни, да, мы что делаем? Мы выключаем свет. Да. И уже приходят уже в силу наши тактильные ощущения, вот. К чему будем прикасаться. Да, да, совершенно верно. Ведь самое главное, да, как мы спим, на чем мы спим. Угу. И одно из самых главных составляющих крепкого, такого качественного сна, это именно комплекты постельного белья, а вернее их состав. И в данном случае у нас с вами будет прекраснейший полисатин. Я хочу сразу сказать, обратите внимание для тех, кто имеет аллергические реакции. Это идеальный вариант для того, чтобы вы почувствовали, что наконец-то ничего вашу кожу не раздражает. Касается нежной, с эффектом персика, бархатная поверхность сатинового плетения. Естественно, это мягкость, гладкость, легкость и невесомость. Ты чувствуешь, да? Что его буквально на себе дышит. И он такой, знаешь, приятный. Знаешь, с одной стороны, я чувствую, знаешь, и бархатистость, и в то же время очень мягкие летящие прикосновения. Поэтому сегодня вы получаете потрясающий бархатный сон, и при этом можете менять свое настроение каждую ночь, потому что у нас 7 дизайнов сегодня в нашей коллекции «Желание нежности». Проявляйте желание к нежности своим близким, родным, и, конечно, устраивайте особенный уют в вашем доме. Сейчас у нас здесь бирюза, это красивые дамасские узоры. Успейте выбрать его цвет. Какие еще у нас есть дизайны? Посмотри, какой жаркий, да, кстати, на выставке в Милане, Южно-Йоханнесбург, южноафриканская, да, представительница яркая, и вот, пожалуйста, пришло к нам вот такую вот прекраснейший сафари. Бежевый цвет, вот такой роскошный бохо стиль, тот, который действительно такой приятный, ретро стиль, может быть, немножечко стилизованный деревенский, который, мне кажется, абсолютно понравится вам точно. Мильфлёр, прованс, именно то, что всегда будоражит и дарит детские немножечко даже впечатления. Ну и, конечно, наша стильная, красивая, не выходящая из моды клетка Виши. Если вы модница, если вы любите стильные модные дизайны, то это тоже для вас, я думаю, подойдет. Но, какой слушай, бы да. вы ни выбрали, у нас есть еще, смотри, формат. Сиреневый оттенок, такой, знаете, такой символ такой особой какой-то теплоты, потому что он как будто провязанный, там узоры, вот, и еще цветущий хлопок, да, изображен. Слушай, насколько смотрится нежно и натурально. Да, Лен, а ты заметила с эффектом трикотажа? Да, словно да, да. вырезано, да? Конечно, есть еще белый цвет с сиренью, но его у нас очень-очень мало, поэтому успейте дозвониться прямо сейчас. Добирайте до бесплатной доставки от суммы 4 990 и выбирайте главное предложение только сегодняшнего.